Йоху! Всем привет! Меня зовут Артём. Сегодня глаза собираешь чинил. Я снова умахать до Жека Воробья. Так как хочешь за вот такой день этот квест пройти, никак не проходит сторон. Вот так, никак, ни в какую. Надеюсь, хотя бы сегодня пройду как-нибудь. Где же попробуем там одних квест побивать. Опыта целую кучу еще зарабатывать тут, как видите, рабатную кучу. Ладно, короче, пока что никакие подарки не открывал, особо уже накопилось. Ваши пошли открывать. Поехали. Спасибо, Радмир, за диктофон. Спасибо, Филипп. Спасибо, Орел. Спасибо, Андрей, за диктофон. Спасибо, Александром, за туз. Спасибо, Тоя. Спасибо, Артём. Спасибо, Владислав. И спасибо, Ваня, за бумажный кораблик. Так, спасибо, Владислав. Спасибо, Влад. Спасибо, Зоре. Спасибо, Даням. Спасибо, Мишем. И спасибо, Инас. Так, Фатхула, спасибо. Спасибо, Рому. Так, Влад, спасибо. Так, спасибо, Владислав. Так, спасибо, Владислав. Спасибо, Ваня. Так, спасибо, Тоя, за деревянный автомат. Спасибо, Даням. Спасибо, Никитам. Спасибо, Фатхула. Спасибо, Рому. Спасибо, Артём. Так, спасибо, Ваня, за деревянный пистолет. Спасибо, Миша, за диктофон. И спасибо, Орел, за... маску шпиона, вот это красиво сразу тут. Спасибо всем большое, так, либо Владислав. Спасибо, Владислав. Спасибо, Тоя. Спасибо, Никита. И спасибо, Артём. Вот это да. И только посмотрите, сколько там пуль накопилось. Аж 10 штук. Вот это да, за 2 дня всего лишь. Ну, с половиной. То, что это докачивать наше владение. Чем больше, тем лучше. Так что давайте. 200 урон минимальный. Максимально 267. Вот это уронище. Вы только посмотрите. И всего лишь на 40 уровне. Вот это жесть. Ладно. Как куда бы пойти? Так, сначала купаюсь, хотите или сначала крестом плывать? Что ж сначала? Ну, давайте купаюсь, наверное, сходим. Так, вот наш друг Пупырь пообитает 9000. Сразу в бой. Кто ж победит, кто сильнее. У кого больше урона будет? У кого больше меткости? Давайте проверять. Кто ж победит, и там же стоком в бою. За жизнь. Так, короче, наш пес отступил, что ничего, мы все равно продолжаем нашу борьбу. Пока что у ПР там явные преимущества. Так, промахи поехали сразу, у него тоже. Хорошо. Не, пока что это слабовато, что за атакую и фанковскаем. Не, вот это слишком опасный упырь здесь попался сегодня. Пока что одна вот этим схожаться сразу видно. Окей, пошли тогда поезжим. Так, по второму кругу сейчас пойдем первопоезжим. Точнее, попытаемся пройти. Тут может случиться все что угодно. А что она будет подчекнуть постоянно? Воп, сразу двойной урон. Молодец, этот Жек, вот так она схожаться. Ну, нормально, нормально. Это тоже нормально. Так, она глаза Жо защищает Жека, все, Жо отступил. Ну, окей. Она же хуже промахиваться, уже не надо больше промахиваться, пожалуйста. Так, какие там статы? Вот это ярость у него нехилая такая. И вроде бы все там. Только ярости больше у него еще, и все. Да, вижу, у него там никакая. Вот это он поехал у меня, только посмотрите. 2000, вот это дает Жек. Вот это дает. Во впервые, сука, он нанес сегодня урона. Тут один выстрел. Новый рекорд получается. 2000. Хорошая мыска за ему. Ну да, у него не... 3000. Даже не знаю, что сказать.
Я очень удивлен этому количеству урона. Ладно. Короче, давайте еще так начнем вот так. 168 будет. 3000 урона, вот это да. Ладно, короче, что? Пошли, короче, убивать крыс. Сразу поехали. Так, еще ачивку получил. Хрец. Ладно, сейчас точно поехали. Так, вот и последняя крыса. Но крыс так и не вывалился, а энергии больше нету. Ну как так получилось, я сам удивлен. Да уж, косяк, что ты тут не очень хорошо рассчитал энергию всю. Да уж, что ж тебе делать. Да уж, да сегодня какой-то такой сплоти не получается. Что за квест вообще такой? Уже третий день стоит у меня, что-то никак. Ни в какую не получается, ну ладно, значит завтра пройдем его. Так. Ладно, короче, наверное, на сегодня хватит тогда. Завтра попробуем еще одного поезжего заварить. Попробуем еще раз упоем с казистым. Ну и квест этот пройдем наконец-то. А пока, думаю, хватит. Очень получился такой очень интересный выпуск, я думаю. Думаю, вам понравилось. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь. Продолжение будет в следующем выпуске. Всем до новых встреч, удачи!